Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Наталі Мосійчук. У нас сьогодні унікальний гість. І, чесно кажучи, я не думала, що цей гість одразу погодиться на інтерв'ю, але я отримала таку рекомендацію, що гість наш. Я дуже хочу, щоб цю бесіду подивилася якомога більше людей, тому що вона, ця бесіда і ця людина, і такі люди, як наш герой сьогодні, він розширює свідомість, і ви повинні мати оцей хелікоптер-в'ю для того, щоб розуміти не тільки ці трагічні, іноді цинічні події, які відбуваються зараз на території України, а розуміти ті речі, які відбуваються навколо і далеко за межами України, і розуміти, хто керує процесами, і розуміти, як ці процеси можуть розвиватися. Так що про все це ми поговоримо сьогодні із Фікретом Шабановим, це президент аналітичного центру Consultation on International Policy and Economy. Господин Фікрет, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Разрешите выразить вам благодарность, что вы пригласили меня на интервью. Приветствую ваших зрителей. Спасибо большое. Желаю удачи в вашем интервью. Спасибо вам огромное. И спасибо за то, что вы согласились практически сразу. И я хочу вспомнить Юрия Романенко, который дал хорошую рекомендацию нашему каналу. И сказать ему огромное спасибо, Юра, потому что то, что прозвучало у вас на канале единожды, я хочу, чтобы услышало как можно больше людей, как можно больше украинцев, как можно больше россиян. Вот. И чтобы мы все вместе стали проактивными участниками процесса, а именно на процесса изменений в мире. Ну что ж, тогда мы начнем. Фикрет, конечно же, я хочу начать с того, я не могу не спросить, что происходит сейчас между Азербайджаном и Арменией. И это будет мой первый вопрос, и очень интересен ваш взгляд, потому что недавно появилось сообщение о том, что стороны признали территориальную целостность одна другой. Значит ли это, что это точка в войне между Арменией и Азербайджаном? Или значит ли это, что война отодвинулась на какое-то время? Если мы будем рассматривать в том контексте, который вы озвучиваете в вопросе, то я думаю, что немножко будет неправильно ответить так. Нужно его рассматривать как концепцию глобального изменения миропорядка. И Карабах, и Украина – это являются элементами или узловыми точками переформатирования мира. В данном случае то, что произошло на Кавказе, и в моем интервью о том, что у России больше нет друзей и партнеров до начала войны в Карабахе, я указал, что это вопрос решенный, приблизительно за год до этих событий. Он чем обуславливался? Обуславливался началом, стартом переформатирования мира, создание условий для развития логистики, создание условий для развития или продвижения, условно назовем, англосаксонского мира, проекта на восток. И здесь ключевым фактором является как раз условно называемый Зангезурский коридор. Мы, если рассматриваем государства и страны, мы должны их рассматривать в формате того, что это проекты. Проекты, созданные определенными, так скажем, силами или определенными властными структурами мира. В данном случае Азербайджан выступает как проект, который постоянно находился в круговороте англосаксонской политики, сталкиваясь с политикой Ватикана. Армения является как государство, проект Ватикана, и при поддержке государства Франция в начале 1900-х годов и по сегодняшний день мы видим, что основными модераторами ситуации в Армении являются Франция и Россия. Россия сама также является проектом Ватикана. Но сейчас создалась ситуация, когда у России самой, как проекта Ватикана, на которую указали как на мишень или институт распада и создания новых государств, стоит в повестке вопрос собственного выживания. И исходя из этой концепции собственного выживания, она пошла на сделку, как когда-то Ленин и Ататюрк, по ситуации на Кавказе. И возвращение Турции в этот регион, создание проектов «Большой Тюркский мир», «Большой Исламский союз», направленный в первую очередь и ключевую очередь против Китая в Центральной Азии, это требует создания прямой линии Турция, Азербайджан и Центральная Азия. В этом аспекте фактор Зангезурского коридора
для глобальных мировых игроков является решающим фактором. Хотят ли армяне или нет, хотят ли их спонсоры или нет, вопрос этот будет решаться, продавливаться, и будет решаться, продавливаться саксами. Что будет, значит, в дальнейшем на наших вот этих территориях Кавказа? В любом случае, этот вопрос продавят. Это не отложить войну, но военно-политическое поддавливание, принятие этого решения, оно на повестке. И самое страшное для Армении то, что она хочет уйти на Запад, но газ она получает по цене приблизительно $200 из Москвы. Самое страшное то, что она обеспечена на 70% электроэнергии, Медсамурская атомная станция тоже российская. Самое страшное то, что она продает свои абрикосы только в России. И находясь в так называемом тюркском бутерброде, то есть Турция и Азербайджан, с другой стороны Иран, где живут в основном азербайджанцы, я имею в виду приграничие. Ну и, конечно, граничит с азербайджанцами в Грузии, хотя это государство Грузия. Находясь в этом бутерброде, у нее шансов нет, как дальше решать. Плюс постоянный член Совета Безопасности Великобритания прямо или косвенно всегда на стороне Азербайджана. Несмотря на, так скажем, попытки США влить новый кислород в армянскую политику, визит Пелоси, оно означает одно и то же, что подгоняя Армению с уходом на Запад, она еще больше отягощает ее ситуацию. Потому что снова превращает ее в плацдарм антитурецкий, антиазербайджанский или антианглосаксонский. Она ставит армян под еще большие потрясения и удары и военного, и экономического, даже международно-политического значения. Этот вопрос в любом случае он будет решен. Инструментом могут быть Азербайджан, могут быть Турция, в дальнейшем после распада Иран, но в любом случае или армяне будут его подписывать и сохранять свою государственность, и этот вопрос стоит на повестке дня у мировых правителей. Или она пойдет по пути, которому шла 100 лет, проект Ватикана, теряя элементарно свою субъективность мировой политики. Фикрет, когда я услыхала слово «Ватикан» в вашей дискуссии, меня, честно говоря, немного покоробило, и я даже обозлилась, потому что я подумала, как можно столько веков не то что влиять, а я бы сказала даже вмешиваться в абсолютно... нерелигиозные как бы события, нерелигиозные вещи, да, а в достаточно светские. И я подумала, не... Вот сейчас мир меняется, но это чувствуется уже в воздухе, эти изменения висят. Я подумала, вот все эти годы, да, Ватикан прикладывал руку. И самый известный и последний факт прикладывания руки Ватиканом – это, конечно же, Вторая мировая война, да, и роль Ватикана в завершении этой войны. И я подумала, неужели Ватикан такой сильный и такой могущественный и до сих пор в современной цивилизации, и неужели его могущество не сходит на нет в связи с событиями, которые разворачиваются у нас на глазах? Давайте, с вашего разрешения, я немного сделаю небольшой экскурс, чтобы нам с вами было легко понимать, с чего начинается и почему сейчас, как вы говорите, существует образ всесильного. Дело в том, что лозунгом Ватикана, лозунгом или, так скажем, фундаментом Ватикана был лозунг, он, так скажем, озвучился так. Запад призван, как будто он мессия, призван править кругом земель. Это первая идеологическая преамбула, которая создавала фундамент продвижения идей Ватикана, продвижения ее политики во все части света. Это главная фундаментальная вещь. Вторая вещь, она заключается в очень простом понимании. Для того, чтобы входить в новые территории, нужно иметь свою базу и нужно изучать территории и народы, куда мы приходим. Поэтому второй преамбулой Ватикана является именно лозунг: не обладая знаниями картины мира, нельзя этим миром управлять. Поэтому по всему миру существующие высшие учебные заведения, даже я вам скажу, вы удивитесь, и в Иране тоже, они напрямую или косвенно подчиняются Ватикану. Повторюсь то, что сказал Юрий Романенко, которому я очень благодарен.
В Париже существует католический университет. Он финансируется Министерством образования Франции. Но это является одним из фундаментальных высших учебных заведений для Ватикана. Ватикан управлял миром создания сдержек и противовесов. Если мы вернемся в наш восточный регион, мы историю проникновения Ватикана будем округлять приблизительно 16 века, когда Османская империя или османы продвигались в Европу. Для того, чтобы их остановить, Ватикан создал теорию или теорию шиизма в исламской религии и столкнул суннитов-турков с шиитами-турками, то есть азербайджанцами Ирана. Для чего? Для того, чтобы османы не продвигались в Европу. И фундамент протестантизма в исламе, шиизма, был построен на основах нынешнего государства Иран, которое является также проектом Ватикана. Я хочу обратить ваше внимание, что буквально с моментом усиления Украины на фронтах и понимания того, что потихоньку саксы перегибают линию фронта и руками украинцев начинают побеждать Россию, началось очень сильное телодвижение на Востоке и в частности в Иране. В прессе есть официальная информация, что духовный лидер Ирана написал официальное письмо обращения к лидеру Ватикана. Я всегда задавал вопрос публично. Ребята, а Иран имеет дипломатические отношения с Ватиканом? Ведь Ватикан государством стал только в 1929 году. Это соглашение с Муссолини. Нет, не имеет. А Ватикан государство имеет свою экономику, которую нужен нефть и газ, тоже не имеет. Ватикан имеет какие-то вооруженные силы, которые требуют координации совместно с Ираном, тоже не имеет. В чем заключается любовь? Через 10 дней туда направляется специальный посланник духовного лидера Ирана. Это человек, фактически тень духовного лидера. Он не структурирован ни в одни властные структуры Ирана и подчиняется лично ему. Так этот специальный посланник отвез письмо аятолла Хаменеи и получил обратный ответ от Ватикана. Все нормальные люди задают вопрос, в чем проблема? Дальше начинается самое интересное. Иран начинает угрожать систематически Азербайджану по Зангезурскому коридору. То проводит учения у границ Азербайджана впервые за 30 лет, никогда не проводилось. Сегодня объявили, что КСИР, это корпус стражи исламской революции, собирается проводить военные учения опять на границе с Азербайджаном, чтобы угрожать Азербайджану. И назвал эти учения сила или могущество. И нам своими дронами. Ну, потому что вы потихоньку переходите... То есть ваше общество, ваша политика становится саксонской. И вы становитесь врагами Ватикана, вы становитесь, естественно, врагами его союзников. То есть иранцы никогда бы россиянам не продали дроны. Они продают это потому, что у них есть единый центр управления миропорядка, в котором существует сейчас два порядка – саксонский и условно Ватикан. Я почему Ватикан называю? Это старые монархии Европы. Обратите внимание, что то, что с Украиной происходит с 2014 года включительно, всегда Ватикан за счет Украины решал свои вопросы. Ваше соглашение 2014 года, систематический запрет на вступление Украины в НАТО, я не говорю Евросоюз, НАТО, Франция и Германия. Это проекты Ватикана, особенно государство Франция. Если обратите внимание, что соглашение, неформальное соглашение или неофициальное между турецкой властью и властью Великобритании, оно систематически ставило выдавливать французов из Африки. Это Ливия. Это проблемы Франции в Ливане. Это проблемы Франции в Мали. Таким образом, идет систематическое, так скажем, выдавливание Франции, то есть Ватикана, из всех регионов мира. И основной курс переформатирования мира – это Восток для Сакса. И, конечно, конечная цель – это Синьцзянский уйгурский автономный округ. Для чего? Тот, кто в мире контролирует логистику, сухопутную границу, железную дорогу, морскую и воздушную, тот правит миром 21 века. Потому что в 21 начинается веке, то есть с 2100 года и дальше, самая главная трагедия – это начинают заканчиваться природные ресурсы человечества. Это вода, это поля для пахоты,
это естественные, так скажем, я не знаю, овощи, фрукты и так далее, и так далее. Климат меняется. И поэтому тот, кто будет контролировать дороги и эти территории, тот будет определять мировую политику. Скажите, пожалуйста, можно ли свести все, что происходит сейчас и в Украине, и в Иране, и, как вы говорите, вот это противостояние между по линии Ватикана и англосаксонского мира к тому, что идет, так чтобы люди нас поняли, к тому, что идет обычная или необычная борьба за ресурсы планеты Земля? Вы вопрос поставили абсолютно правильно. Конечная цель является не только борьба за ресурсы мира. Конечно, значит, здесь выступает два фактора. Если мы посмотрим, что сделал Ватикан с Коперником, с Джордано Бруно, и то, что у нас появилась первая промышленная буржуазия в Великобритании. Почему я это два сравнения говорю? Дело в том, что система управления территориями в Ватикане – это разделяй власть. Англосаксонская предлагает это модернизм, то есть сплав наций, народности и религий, и получая на выходе качественный, эффективный продукт для продвижения человечества в своем развитии. Вот две концептуальные разницы. Это первое. Второе. Для того, чтобы контролировать природные ресурсы, нужно к ним еще добраться. А для этого нужен контроль дорог. И когда ты до них доберешься, нужно еще это уметь вывозить для сохранения или выживания своего государства, своей народности и так далее, и так далее. То есть вот комплекс примитивных вопросов, который мы здесь можем озвучить. Но если говорить на глубоко научном или дифференцированно кибернетическом языке, потому что все, что мы с вами обсуждаем, в мире рассчитывается или просчитывается, или формируется на основе кибернетической математики. Уважаемый Фикрет, скажите, пожалуйста, то, что происходит в Украине и вокруг Украины, если это... Если это следствием уже принятого какого-то решения в распределении мировых ресурсов, поставлю вопрос немножко не так, потому что мы сразу зашли с вами с Ватикана, а для... Да. Я честно признаюсь, что я ваш разговор с Юрием Романенко смотрела трижды. Он достаточно непростой, он достаточно конспирологический и он достаточно глубокий. Для этого надо еще много чего почитать, скажу вам честно. Поэтому да. Людям, которые нас смотрят, важно объяснить. Вот мы зашли с Ватикана, да, и мы как-то сразу уперлись в него, и для людей это может быть большое осенение, что ой, Ватикан принимает участие, более того, руководит какими-то процессами. Потому что то, что показывают, например, политологи, да, философы, историки людям, это противостояние двух центров. Это совсем еще недавно Соединенные Штаты Америки и Россия. Сейчас все эти умные люди говорят о противостоянии Соединенных Штатов Америки и Китая. То, что происходит в Украине, да, то, как сейчас Путина загоняют в этот темный коридор, да, то, как ему устраивают обструкцию Китай и Индия в Самарканде. Это все для людей вот вкладывается в эту картину мира. И люди совершенно не ожидали услышать слово «Ватикан» там. И люди совершенно не ожидали услышать противопоставление Ватикана и англосаксы. Поэтому хотелось бы узнать, вот по Украине, то, что там произошло, то, что у нас здесь происходит, это уже кто-то решил, что Украина станет центром приложения усилий? Смотрите, давайте мы сделаем чуть-чуть предысторию, расскажу, и подведу ее к Украине. Да. Дело в том, что если мы говорим о переформатировании мира, первым звоночком переформатирования был 2008 год. С 2008 года мы знаем, что случилось в Грузии. Начались процессы переформатирования мира, и они стали сталкиваться в конфликтной форме. Первый пробный камень, когда по просьбе Ватикана или по, так скажем, проекту Ватикана Россия ринулась уничтожать Грузию, называя ее зоной своих интересов, как сейчас она называет Украину, зоны своих интересов, она получила согласие всего мирового сообщества, то есть государств прокси в Ватикане. Кто сыграл роль, так скажем, создания условий перемирия между
значит, Грузии и России? Конечно, французы. А кто заставил русских остановиться? Американский военный флот. Это первое. Если мы будем подходить ближе к Украине, давайте мы посмотрим на ситуацию, вообще, что собой представляет Ватикан. И, как вы сказали, по поводу конспирологии. Я просто отвечу официальной информацией, которая есть на странице государства Ватикан и которая есть в средствах массовой информации церквей, которые находятся под управлением Ватикана. Начнем с простого. Значит, папа Римский Франциск был 266-й, кстати, папа, был избран папой 13 марта 2013 года. Самое главное и ключевое здесь – это первый в истории папа из Нового Света, не из Старой Европы, но он этнический итальянец. И первый за более чем 1200 лет папа не из Европы. И самое последнее – это папа, первый папа в истории, папа иезуит. Смотрите, если мы сейчас будем говорить по ситуации с Украиной, я дальше буду развивать и объяснять по Ватикану официальную информацию, чтобы не было конспирологии. По Украине вопрос давно решен, и решен он был еще задолго до тех событий, которые у вас произошли. Первым колокольчиком это была Грузия. То есть рассматривали территории, исследовали территории, как можно переформатировать, предположим, украинское поле, чтобы без потерь, без кровопролития, без, вот, извините за выражение, без разрубания гордиевого узла мечом, сделать Украину более просаксонской, менее коррумпированной и в стратегическом плане поставить на рельсы стратегического развития. Я у Юрия говорил, саксы предложили вам люстрацию, вы ее проглотили и выбросили. Саксы вам впихнули в политическое поле господина Саакашвили. Это статус экс-президента. Это о многом говорит. Плюс человек, может он в Украине кому-то нравится, не может, но у него есть какой-то опыт. Топорный, плохой, хороший, но есть опыт обрубания главной вашей ниши – это коррупции. Бич Украины – коррупция, который разъедает Ватикан, все элиты мира. Следующий момент – вам ввели в пространство слово «набу». Вы его тоже проглотили, выбросили. Таким образом, да, саксы для себя определили, что украинское общество – живет в замкнутом круге так называемый договорняк. И этот договорняк, он уничтожает эту страну, делает лакомым кусочком для Ватикана, чтобы она модерировала. Потому что Украина вместо того, чтобы развивать науку, технологию и продвигаться, фактически, условно говоря, в Европе быть лидером, они из нее превращают компанию государства в прокладку, где, продавая русский газ, воруя свои национальные, так скажем, благосостояния, ничего не делая, вы можете жить в своем договорнике. А это самое опасное, когда вы из себя не представляете ничто. То есть любой, кто вам предложит сделку, вы фактически станете для него богатым лакомым кусочком, но для саксов врагом. А это опасно, этого допускать нельзя. Поэтому они с 2014 года сделали свой выбор на подготовке вашей армии. Саксоны начали работать с вашей армией. И я у Юрия Романенко сказал, и вам повторю, вы знаете, вы сейчас собираете деньги, долги. У вас были долги в МВФ. Вы их не можете выплатить, они приостановились, но вы их будете платить. Как говорил сегодня ваш премьер-министр, по-моему, в своем телеграм-канале, что приблизительно около 2,5 миллиардов долларов вам выделит опять МВФ. Это зарплаты, это социальные какие-то ответственности и так далее. В общем-то, вам дали 20 миллиардов, это МВФ. Но вам 66 миллиардов долларов дал США. 13,5 – это безвозмездно. Но остальные деньги вам нужно возвращать? Кто-нибудь в Украине задумался, как вы будете деньги давать? Я почему к этому подвожу? Потому что вторая часть марлезонского балета – или вы начнете строить сами свое государство, или вас ждет дейта, когда объявят государство банкрот и выставят его на продажу. Мало людей об этом у вас говорит, но вы к этому идете. Вы должны возвращать долги, понимаете? Следующий момент. Юрий Борисович Швец говорит вам, что никто вам план маршала делать не будет, потому что у вас тотальная коррупция. Таким образом, у вас даже нет стартовых денег для подъема своей экономики. Что будет? Да, пожалуйста. Извините, уважаемый Фикрет, а к чему тогда разговоры в Лугано? Сейчас будет в Берлине 25 числа, наш премьер туда едет. Это будет Луган, типа Лугано, Лугано-2 такое.
Вы считаете, что это все такой обман? Я считаю, что это не обман, это очередной договорняк вашей элиты с провотикановской властью. Ее тоже не допустят. Макрон 6 числа создал так называемый новый проект, новый Евросоюз. Потому что конструкция, старый Евросоюз, это ватикановская конструкция, христианский клуб европейских монархий. Вас туда зачем включили на полуцыпочках? Чтобы вы были сырьевым придатком, вы были людским придатком, я имею в виду светловолосые, голубоглазые, потому что у них идет старение общества, и им нужно менять кровь, им нужны европейский типаж людей. Вот им для этого нужны. Но они вас не допускают. Вы продаете свое зерно, и они предлагают вашу высокую цену на своем рынке. А что-нибудь технологическое они вам дают? Они допускают вас к военно-техническому сотрудничеству? Они допускают вас к космическому сотрудничеству? Или украинский Атомпром? Вы понимаете, вы были элитой мира. Атомная промышленность, это на пальцах можно посчитать, у кого есть. А кто имеет эту атомную промышленность, он считается элитой мира. Французские компании Alstom, например, допускают украинцев? Французский Alstom работает с Россией в турецком проекте АПЭ, но не с украинцами. Это поэтому вы не можете... и циничная правда. Конечно, поэтому вы не можете получить контракты в Турции. Это первая проблема украинского общества. Вторая проблема, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я, не дай бог, во-первых, я вас поддерживаю. Во-вторых, говорю слава Украине. Я не пришел здесь критиковать или практически играть на ваших чувствах. Но уж лучше я буду вашим другом с горькой правдой, чем сладкопесенным вашим врагом, который будет ублаждать ваш слух. А следующий момент. Давайте зададимся себе вопросом, что сейчас в данный момент россияне, работая в атомной промышленности в Турции, условно говоря, они в Египте работают, в других странах. Почему украинцев там нет? Потому что есть определенные комплектующие, предположим, я не специалист, но будем говорить так, двигатели, моторы, их выпускает Франция, они украинцам не дают. Поэтому вы не можете развивать свою промышленность. То есть я хочу сказать, что вас сейчас специально загнали в ту лужу, то есть вы просто приложение или придаток к ним, не более. Но как только вы хотите стать суверенной страной, ищите себе зонтик безопасности в НАТО, тут же блок Франции, тут же блок Германии. Я это хочу объяснить. Это второй момент. Идем дальше. Ваша, к сожалению, власть, она, я повторил у Юрия, я и сейчас повторю, вы одно из редких государств, где мафия имеет свое государство. Объясню причину. Дело в том, что понятие государства и государственность – это разные вещи. И понятие руководства страны. Если когда-то ваше государство под влиянием каких-то внешних сил взяло и завело уголовное дело на сына президента Байдена, появляется очень много юридических вопросов. Сегодня под чьим-то влиянием было решено принять решение о том, что вы не будете говорить с Путиным, но дипломатия требует того, чтобы вы говорили с врагом, который на вас напал. Несмотря на то, что Саргсян и Кочарян, грубо говоря, мясники азербайджанского, Азербайджан не принимал этих решений и руку подавал, и садился с ними за стол. Другой альтернативы у Украины нет. Тогда вопрос. Мои дорогие, под каким вы влиянием принимаете вот эти решения, которые не касаются украинской государственности, украинского будущего и, самое главное, стартапов развития Украины? Вы должны смотреть в будущее, а не стать игрушкой в руках внешних модераторов в их узкокорыстных и внутренних играх. Вас к этому подводят. Это самое опасное. И следующее, самая большая опасность для украинского общества. Вы пишете очень хорошие законы. Вы принимаете очень правильные международного стандарта законы. Простите меня, а кто их соблюдает у вас? Я пока говорю о государственных людях, я не о народе. То есть спрут, который опутал вашу экономику, вашу политику, она не дает шанса, чтобы вы выбрали себе достойных руководителей. У вас всегда получается один и тот же выход. То есть X-компания сменила менеджера и передала эстафеты Y-компании. Украинский народ всегда внизу. То есть вы не можете получить, за что вы голосуете. Но когда вас, извините за фразу, прорывает, вы делаете Майдан. И здесь проблема в украинском обществе. Англичанам, американцам, Ватикану нет дела до вас, поймите вы. Они смотрят на ваши слабые стороны,
их используют в своих интересах. Когда вам говорят, вы демократы, мы вас любим, не верьте. Все определяется карманом, все определяется интересами в вашей стране. Чем сильнее вы, тем тяжелее им с вами договариваться, и тем хуже вы для них. Чем слабее вы, тем легче у них им забирать у вас то, что им нужно, тем лучше для них вы становитесь. Демократы, прекрасная страна, свобода выбора, вот это бла-бла-бла, оно вешает на вас. Как только вы начинаете показывать зубы силу, вы становитесь для них изгоем. Я хочу вот это объяснить для вас, что не надо верить этим сказкам, стройте свою страну, созидайте свою страну. Единственным фундаментом опора – это вы. Не американцы, не САКС, не Ватикан, это вы. Найдите себе точку опоры, чтобы выживать, иначе вас распилят. Знаете, ну, сложно не согласиться с очень многим с тем, что вы сказали. Единственное, я хотела бы сделать ремарку, когда вы говорите, вот вам сказали не разговаривать с Путиным, да? Я хотела бы напомнить, что президент Зеленский сказал, мы не будем разговаривать с этим президентом России. Ну, он намекнул, подавайте следующего, потому что он, Зеленский, наверное, списал для себя Путина. Ну, есть, знаете, я чисто на человеческом уровне его понимаю. Но я чисто на человеческом уровне понимаю, потому что... Давайте я вам политически объясню. Три года говорить о том, что человек клоун, о том, что человек паяц, о том, что человек наркоман и еще кто-то, ну, в общем-то, знаете, может взыграть кровь и у президента Зеленского. И без особых советов со стороны англосаксов, я вам так скажу. У меня два вопроса. Потом обидно за страну, Фикрет, уважаемый Фикрет. Это другой обидно вопрос. За страну. Мы 30 лет обижались за страну, но мы работали. Чего я вам советую? Хочу сказать, что до начала войны, посмотрите Госкомстат Украины. При господине Зеленском уровень товарооборота между Украиной и Россией повысился на 20%. Что ж тогда Путин не был плохим? Это первое. Если подавайте другого президента, тогда нескромный вопрос. А в чьих интересах в Кремле вы действуете, мои дорогие? Вы думаете, мы этот вопрос не задавали, уважаемый Фикрет? Нет, я знаю мы ответы. Мы задавали этот вопрос. Я знаю ответы. Мы можем списать... Вы знаете ответы? Конечно. Я их не буду озвучивать. Тогда и я не буду. Потому что натворим мы с вами международный скандал. Идем дальше. Хорошо. Я просто уцеплюсь за вашу мудрость и пройду после такого кита, как вы, по этому коридору. Идем дальше. Хорошо. Вы меня сейчас научили, вы мне подали урок. Вот вы говорите, что то, что сейчас происходит в Украине, было запланировано давно. И очевидно, и то, как решится украинско-российский вопрос, вероятно, тоже было давно запланировано. Вы можете хотя бы эскиз этого решения сейчас представить? Давайте мы вернемся к интервью Юры. Я попросил его опубликовать мои три статуса, стратегически важные для Украины, то есть маркеры. Первое, 8 января я озвучил, это за почти полтора месяца до войны, что начнется распад или трагедия 21 века. Устами Путина, только он говорил о СССР, а мы сейчас это вернули к России. То есть распад, трагедия – это распад России, первое. Вторая ремарка, когда у вас еще не было Рамштайна, это конец февраля, тогда даже вообще Рамштайн понятия не было и не обсуждалось. Я опубликовал второй статус. Он называется так, что принято стратегическое решение. И там пять постулатов, что будут делать с Россией. Это распад, денуклеаризация, демилитаризация, денацификация. Все говорят, но одного ключевого никто не упоминает. Это нужно у нее забрать псевдоисторию, что она наследница Рима, Византии, вот это бла-бла-бла. Потому что будут меняться лица, Путин, Иванов, Николаев, суть не поменяется. И зеркальным отражением этой сути являются условные агенты влияния в вашем информационном поле. Вот этот диагноз головного мозга, Пьянковский, Латынина, Фейгин. Вы представьте себе, Киселев в Москве, Киселев в Украине. Понимаете? Эти люди не меняются. Они просто были карманными, пишущими, так скажем, людьми каких-то олигархов. Они поменяли страну проживания. Сейчас их не беспокоит то, что нашли
годовалого ребенка в Украине, убитого в затылок. Их беспокоят их шенгенские визы и гранты. Они говорят о том, что мы перед украинцами виноваты, но они не говорят, что мы виноваты перед чеченцами. Мы виноваты перед бурятами, которых на убой отправляем, перед татарами, перед башкирами, перед кавказским народом. В Дагестане последние 10 лет управляют только генералы из Москвы. То бывший министр внутренних дел России, теперь еще этот новый генерал. То садистов туда отправляют. Вы когда-нибудь, демократы России, перед ними извинялись? Если вы это не можете применить к своему государству, за которое вы несете ответственность. Вы же 20 лет обманывали Запад, что Путин хороший. Дайте ему шанс. Что же сейчас он плохой стал? А, просто вас, грубо говоря, удалили от кормушки. Это проблема. Что касается Украины. С Украиной вопросы, я вам этапы когда рассказывал, я рассказывал, что эти решения давным-давно приняты. Эта программа принята, поэтому с вами работали. И заключительное. Последний мой статус, как закончится война в Украине. Во-первых, ее не украинцы решают. Ее решают бенефициары. Бенефициары – это не то, что как мы договоримся с Россией, это как мы сделаем с Ватиканом. Маркером является будущее Ватикана. То есть в Европе это энергетический кризис, это экономический кризис, это приход к власти нацистов или националистов. Вы знаете, сейчас самое главное, грубо говоря, лозунг, что ли, я не знаю, правило или дорожная карта, что нужно делать или что должно быть в Европе, чтобы, в принципе, саксы получили ожидаемый результат. В Европе очень высокий запрос на национализм. Сейчас саксы на этом будут играть. И как только Евросоюз начнет распадаться, тогда вопрос с Украиной или по Украине будет решаться. Это вторая часть, как украинцы выберут себе судьбу. Будет ли политика чистых рук? Перестанут быть манипуляторами в руках других внешних игроков и будут создавать свое государство. Или они решат продолжить дальше быть прокладкой для набивания карманов. Вот посмотрите. Разве не кажется, что аморально требовать от немцев перестать покупать газ у России? А сами предлагать, давайте по нашему газопроводу поставлять. То есть вы хотите деньги делать. Разве это неправильно? Требовать от США выделения нам денег для того, чтобы проплачивать зарплату хотя бы солдатам. На самом деле вы продаете электроэнергию, а где эти деньги? Возвращаясь в бюджет, куда они направляются? Вы же продаете электроэнергию. Вот в чем вопрос. И вот последние удары у вас – это выключение возможности энергетической системы Украины для продажи ее в Европу. То есть нужно выполнять план по полностью уничтожению Европы. Газ, свет. У нее, чтобы не было других источников. Ваша же, так скажем, элита продолжает на этом деньги делать. И поэтому вас бьют. Может быть, это немножко цинично и кощунственно, но то, что есть, говорит. Ничего, мы переживем, что называется. Но такое тоже надо слушать. Уважаемый Фикрет, из-за того, что как бы с вами можно разговаривать часами, да, и понятное дело, что такие разговоры не на одну встречу, а хочется узнать о многом и о многом. Вот когда вы говорите о том, что решаются судьбы очень многих стран на таком уровне, да, это даже не геополитический уровень, я бы сказала, но это какой-то уровень такой планетный уровень, потому что решается абсолютно судьба верно. И планеты в том числе. Зритель всегда хочет видеть решение этого вопроса в лицах. Вот, вот Путин, вот Байден, вот Си и так далее. И понятное дело, что сейчас там все, начиная от тарологов и заканчивая великими умами этой планеты, говорят о Путине и о его судьбе. А вот очень хочется узнать, как вы смотрите на эту личность и как эта личность заканчивает. Знаете, я хочу сказать, что если мы будем обсуждать историю личности в истории, да, есть такие научные работы, они, можно сказать, субъективны, но они имеют под собой основания. Личность очень много значит в истории. Но в данном случае, если мы говорим о личности Путина, во-первых, я его называю злым гением. Это первое. Во-вторых, если смотреть с точки зрения англосаксов, я его называю великим человеком для саксов. Потому что умудриться уничтожить страну 140 миллионов,
умудриться заставить брата убивать брата, это нужно еще, грубо говоря, нужно иметь какие-то извилины. Вот. И, естественно, дальнейшая ситуация, потому что как будут распадывать или разламывать Россию, к этому идти осознанно действительно нужно иметь, я опять говорю, нужно быть злым гением, чтобы до этого дойти, или иметь союз с дьяволом, условно буду говорить. Но не каждого выбирают на эту должность. Почему я характеризую вот Путина в такой форме, а не Россию или российскую элиту? У Юрия я говорил, что в мире существует три формы управления народами. Саксонская, французская и условно называем российская, условно называем. Объясню, в чем разница. Саксы всегда договариваются с вожаками. Как дешевле, как проще. И за его деньги. Ты денег не тратишь. Французы создают элиту. Вот у вас была создана профранцузская, ватикановская элита. Она просто тусовала колоды и меняла артистов. Так называемых людей, которые управляют страной. Российская или иранская, то есть с исламским лицом, она называется социалистическая. Когда, грубо говоря, чтобы создать государство проект, нужно тратить деньги. Учить русскому языку всех, все народы. Заставить их отказаться от религии, то есть вот эта коммунистическая идеология. В иранском же варианте только шиизм, там не допускаются другие религии. Но бесплатное обучение, бесплатное образование заставляет людей интегрироваться и создание вот такого общего проекта, где верхняя элита сама тоже выбирает и сама тоже управляет. Некий симбиоз. Поэтому российское государство – это отдельно элита, и Путин – это отдельно. Поэтому там поступают по саксонскому признаку. Второе. Если вы смотрели интервью фашиста, значит, руководителя ЮКОСа Ходорковского, он озвучил 3 дня назад цифру, что за время торговли энергоресурсами Россия заработала 6 триллионов долларов. Где эти деньги? Эти деньги в транснациональных корпорациях. В саксонских, не ватикановских. То есть я хочу сказать, что то, что мы с вами сейчас обсуждаем, что будет с Путиным, за него переживать не надо. В каком отношении? То есть если он был проблемой, поверьте, если можно убить Джохар Дудаева простым спутником, наведением ракеты, в любом случае можно было убрать товарища Путина. Не убирают же, не ликвидируют. Не убирают, потому что не нужно. Он должен выполнить план по децентрализации развалу. России. Да, развалу России. По уничтожению российской государственности. По уничтожению людского материала российской государственности. Уничтожению его экономики. Параллельно с этим утащив за собой все проекты Ватикана. Вот, например, сейчас мы не условно говоря, Россия не поставляет газ в Европу. В Германии 120 тысяч малых и средних компаний подали заявку на банкротство. А вы умножаете их на 4 человека, это 500 000 уже без работы. То есть поэтому прошлой неделе АРД, фашистская партия в Германии, провела митинг. Он пока малочисленный, но митинг. Германия для немцев. И нам Украина не нужна. Нам нужна Россия. Мы должны жить. То же самое впервые за 30 лет в Швеции к власти пришли правые. В Чехии начались митинги, что Чехия для чехов. Во Франции в парламенте победили, так скажем, правые, хотя Макрон – это такое уникальное существо, которое ни в какие рамки нельзя вписать. То есть утром говорит, что Украина самая лучшая, а в обед говорит, я Путина люблю. Это нужно иметь тоже талант о моральности. Ну, я думаю, что с Путиным будет так, как ему написано. И если мы говорим о судьбе политических лидеров, то третий мой контакт был связан с Украиной, то, что я назвал господина Зеленского Сальвадором Альенде Украины. Выводов говорить не буду. Ну, мы с вами помним роль Альенде, да. Я не знаю, может быть, более юные зрители не совсем, но сейчас пойдут гуглить вот в этом смысле. Не обязательно, что с Зеленским, а сам процесс. И что после Зеленского, и условно, в Чили пришли к власти военные. То, что из отсталой страны Чили они превратили в самую высокоразвитую технологическую страну Латинской Америки. Чили,
И сейчас на этом багаже Чили дальше продолжает устанавливать правила экономики. Пока все, что вы говорите, нам нравится. Единственное, что нам же надо, как у нас говорят, засукать рукавы, да, закатать рукава, да, и сильно работать с коррупцией прежде всего. И мы прекрасно понимаем, у нас уже это, я так надеюсь, укладывается в голове, что после этой войны у нас будет другая война, и это должна быть не война между собой, да, грызня. Вот, кто там какое участие принял в войне, да, кто воевал, кто не воевал, знаете, вот когда общество натравливает друг на друга, а у нас должна быть война с коррупцией, и это такая ниточка, которая нас может спасти, и, наверное, единственная может спасти нашу государственность после такой войны. Потому что мы останемся голыми и босыми, с большими долгами. Пока вашими финансами манипулируют X и Y, которые ставят президента, вы не разрубите этот гордий узел, вы из этого круга не вылезете. Ну, это достаточно сложная задача. Мне почему-то верится, что президент Зеленский ее понимает. И время от времени он совершает такие шаги, которые говорят о том, что он хочет разрубить эти связи. Но у него это получается с разной долей успеха. Смотрите, я вам скажу, ваша политическая элита очень умная. Она нанимает хороших имиджмейкеров на Западе за хорошие деньги. Они выполняют то, что хочет общество. Но они одевают в его хорошую, бумажную, дорогую обертку, внедряя вам ваше сознание, ваши же желания. Но на самом деле, по сути, они выполняют свои задачи. Да. Просто ваши юристы могут сесть, этим заняться, и ответы на поверхности. Я по образованию юрист. Почему вы Ходорковского называете фашистом? Дело в том, что если вы помните его интервью Альбац, когда он вышел из тюрьмы, последние 18 минут он говорил о том, что мы империя, мы имеем право захватывать новые земли, пусть будет много крови, я хочу этой крови, и я готов сам взять в руки оружие и уничтожать людей. Нормальный человек это может сказать? Секундочку, давайте мы определимся. Это Юкосовец? Юкосовец, Ходорковский, президент компании Юкос. Возьмите 11, по-моему, лет назад, я могу ошибиться. Я ссылку Юрию отправил и вам отправлю. Да, спасибо. Это известное интервью Альбац, последние 18 минут. Человек говорит, что мы империя, мы имеем право захватывать территорию. Мы никому не отдадим. Видите, пусть это будет диагноз, много крови. Мы это называем православие головного мозга, в том числе. Но я хочу, чтобы украинцы тоже поняли. Люди, которые говорят на украинской площадке, но российские либералы, они выполняют свои функции. У них враг Путин, но не Россия, потому что он их удалил от кормушки. Они заинтересованы, чтобы убрали Путина, они вернулись в Россию и продолжали воровать. Это раз. Во-вторых, украинцы, которые приглашают этих людей на свои каналы, условно, они финансируют войну против себя своими лайками, своими выходами на эти каналы. У вас должна быть своя информационная площадка. Ну вот этот ТАСС Советского Союза, у вас телекомпания Freedom, промываете большие государственные деньги. Кто их смотрит? На Западе их не смотрят. Ну, может быть, там случайно кто-то по пьяни. Вы же туда собрали людей, я имею в виду правительство, вы же туда собрали людей, тот же Киселев, он на НТВ был фашистом, и у вас фашист. Один его монолог, когда спрашивают о ситуации на Кавказе, он говорит, а вы про Алиева, который друг Путина, хочу спросить, а союзником России на Кавказе, кто является? Армения, она имеет военную базу. Экономическим партнером России на Кавказе кто является? Армения, она в ЕвроЕС. И исходя из этой концепции, мой дорогой, тогда нужно правду говорить на две части. Понимаете? Но вот здесь, уважаемый секрет, не буду адвокатом, я не выступаю никогда адвокатом. Единственное, справедливости ради, я хочу сказать, что тот же Марк Фейгин, он говорит о том, что да, Россию надо делить, и все нероссийское надо отдавать. И риторика, ну, конкретно Фейгина изменилась сильно. Риторика Пенковского очень сильно изменилась, между прочим. Я уж не знаю, насколько это искренне все, да, но... Она изменилась благодаря украинскому солдату. Только украинский солдат решает.
Уважаемый Фикрет, по поводу ресурсов. Помните, вот совсем недавно вы говорили о том, что Афганистан – это большая ресурсная база. И когда вы говорите о том, что... И когда вы говорите о том, что очень многие события были запланированы, и исход этих событий уже предрешен, у меня вопрос по Афганистану. Планировали ли Соединенные Штаты Америки свое поражение в Афганистане? Планировали ли они бегство из Афганистана? И одновременно... Я сделаю такую ремарку, потому что вот буквально вчера, позавчера, позапозавчера, не могу сказать точно, но в строчке промелькнуло событие, когда заместитель главы, по-моему, ЦРУ встречался с одним из лидеров Талибана. А я для наших зрителей... Начальником разведки Талибана. Вот, правильно. Фикрет, вы знаете теперь больше, я вам задаю, конечно. Я вам задаю вопрос. Что вы называете «Америка проиграла» в Афганистане? Вывела войска. Абсолютно светское понятие. Вывела войска. Смотрите, если бы она не вывела свои войска, она была бы стороной конфликта. А сейчас она не стороной конфликта. Она оставила там оружие почти на $1 триллион. Это у вас неправдивая информация. 100 миллиардов, 200 на $1 триллион. Она же не оставила зерновые склады. Она оставила оружие, которое должно стрелять. Это первое. Второе. Что... Украина и Афганистан в чем похожи были? Я вам объясню. Коррупция при президенте Ашрафа Гани зашкаливала. Даже те люди, которые на улице меняли деньги, меняли, они платили мзду. Вы не могли из одного города в другой проехать, если не заплатите мзду. Сейчас это свобода. И там вот вторая главная проблема, она немножко моральная, но она играет очень важный, так скажем, элемент общественного сознания управления. То есть оздоровление общества. Смотрите, есть ли у Макрона свои дети? Нет. Есть ли у Ангелы Меркель свои дети? Нет. Премьер-министр Люксембурга, мужчина, живет с мужчиной. В Афганистане было распространено самое ужасное преступление против человечества и против детей, детская педофилия. Она называлась Бачабас. Вторым указом, который сделал Талибан, люди, которые об этом говорят, расстреливаются на месте. Все, на корню выжгли. Коррупция. Вы спокойно сейчас можете по Афганистану без оружия, без сопровождения передвигаться. Я имею в виду то, что называется мегаполис, условно, в афганском понимании. Уважаемый Фикрет, а права женщин, образование для женщин, на это все мы закрываем правый глаз? Нет. Теперь идем дальше. Что означает права женщин? В афганском обществе есть, значит, управление его тремя национальностями главными. Это пуштуны. Их называют потерянным коленом евреев. Это чтобы вы знали. Пуштуны – это потерянное колено евреев. Есть фарсоязычные хазарейцы. И есть, условно, таджики и узбеки. То есть она немногочисленная, но она имеет свои диаспоры или свое присутствие из-за близости к границам Таджикистана, Узбекистана, учитывая то, что они были разделены. В Таджикистане живет 6 таджиков, миллионов, в Афганистане их 9. Теперь, когда мы говорим о правах женщин, первая проблема, с которой работали американцы, ведь Талибан сейчас обновленный, у него был первый приход, он был ужасный. Кого ограничивают в образовании, если мы говорим о правах женщин? Ну, наверное, в первую очередь нужно посмотреть антропологически, кто митигует против Талибана. Хазарейцы. Они немножко монголовидные. Почему? Дело в том, что в Иране хазарейцы, они фарсоязычные. Они, в их понимании, являются пятой колонной Ирана. Кого должен задавливать пуштуны раз? Что могут использовать внутреннее население против власти пуштунов? Используют агента Шаха Ахмад Масуда таджикского. Хотели использовать Дустума, но его Турция вывела из игры, чтобы она не участвовала в антиталибском союзе. Остались только хазарейцы. Поэтому сейчас локально мы слышим права женщин – это хазарейцы, и вооруженная оппозиция – это Шах Ахмад Масуд. Условно говоря, его сын. То есть хочу сказать, что внутренняя борьба, которая преподносится средствами массовой информации, что там плохо, для европейцев 200% это плохо. Для Востока –
сейчас. Пример отсутствия коррупции является болезненной раковой опухолью, которая распространяется на другие центральноазиатские государства, в которых процветает коррупция. Понимаете? Это пример. Так что американцы проиграли или выиграли, это вопрос спорный. Я думаю, вы скоро услышите, что проект «Центральная Азия» или «Единый Афганистан», он будет структурироваться. Пока русские оттуда не выйдут, этот процесс не может перейти в активную фазу. То есть вывод своих войск из Казахстана, из Киргизии, вывод своих войск из Таджикистана, переформатирование политической площадки и дальнейшее соединение экономических узов и связей или восстановление и кооперация. Как только начнет работать экономика, появятся острые точки на таможне взятки, гаишник взятки, местный чиновник взятки. Нужно решать эти вопросы. И тогда общество этих народов, условно буду говорить, я не называю узбеков, таджиков, казахов, кого хотите, будут задаваться вопросы, почему вы берете взятки, а они не берут. Вы же их называете грязными дородачами. А где лучше жить? Потом, все лидеры Талибана закончили высшие учебные заведения Великобритании и США. Они владеют несколькими языками, доктора наук. Там дебилов нету. И последнее. Американцы и англосаксы работают с Талибаном. Они кооперируются. То, что касается вывод войск, я думаю, что те генералы, которые вот так тяп-ляп выводили свои войска, они понесли наказание в США. Это промахи генералитета США по выводу войск. У них нет опыта убежать после Вьетнамской войны, понимаете? Уважаемый Фикрет, хотите ли вы сказать, что вот эта подача движения «Талибан» как абсолютно террористического движения, который там волею, там, судеб или не судеб, захватил власть в Афганистане или пришел к власти в Афганистане, это была неправильная пиар-стратегия Вашингтона в принципе. И сейчас Вашингтон исправляет эту стратегию, забирая «Талибан» у русских, потому что мы совсем помним, недавно был Петербургский экономический форум, где «Талибан» сидел и замечательно спал во время выступления Путина. А вот, и видела цветные сны. А сейчас ЦРУшники забирают «Талибан» и налаживают с ними связи. Смотрите, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно знать Восток. «Талибан» никогда не был русским. Русских использовал, да. Угрожал, выбивал у них что-то, да. Зерно, бензин, солярку. Предлагал ли это? В обмен на что? В обмен на то, что они не пойдут на Россию. Больше ничего. И на таджиков. Это цена. Ну, через таджиков, там да. Киргизия, военная база русских, там практически несколько часов езды на машине. Я условно говорю, это цена, которую платит Россия. Но почему талибы берут эту цену? Ну, 5 миллиардов. Нет, пока приказа нет идти на Россию. Там вопрос не в деньгах. А пока можно, они будут пользоваться русскими. И если она террористическая, Лавров с ними, извините за выражение, чуть ли в обнимку. Где она терроризмом запахнет? Это что за дуализм или двуличие мирового права? Вы насчет талибов, что они захватили, они не захватили. Они были готовы к возврату к власти. И эту площадку им создали. Больше ничего. Это тлеющий уголь. Вот сейчас в Афганистане тлеет уголь. Ведь ее же модерируют. Вы думаете, у иранцев нет возможности уничтожить вот эти очаги сопротивления? Просто расстрелять, как они обычно это делали. Много. Почему не делают? Создание тлеющего уголя до температуры кипения. Вы знаете, у англосаксов есть хорошая тактика управления процессами. И как вам сказать, если вы разрешите, я ее постараюсь вам зачитать, то есть, так скажем, тезис озвучить, систему. Основа да. Смены режимов сегодня могут быть только сами народы. Вы вот вдумайтесь, смену режимов, основа ее, могут быть только сами народы. И внутренние ресурсы, элементы элиты. Необходимо создать коллапс экономический, политический и религиозный, при котором температура кипения внутри общества и противоречий возрастут до уровня гражданской войны, приведут к протестам. И самое главное мастерство саксов – это всегда быть выше этих столкновений. А потом уже забрать то, что осталось, не вкладывая ресурсы, и использовать ресурсы самого проекта страны и народов в своих интересах.
Это цитата из доктрины. Они не вкладываются. Вот сейчас я у Юрия сказал, как бы это ни обидно было, если бы сказали, что Азербайджан инструмент, я бы тоже обиделся. Но если мы говорим о том, что значит Украина, Украина инструмент. Ну, обидно. Мы осознаем это и достаточно давно. Мы долго боролись, и борьба за то, чтобы за свою субъектность и отслоение от объектности, она идет каждый день, и за нее платятся человеческими жизнями гражданских и военных людей. Поэтому тут, да, ну, горько, но приходится соглашаться, что, в общем-то... Знаете, давайте разрешите я вам одну ремарочку, если вы разрешите. Да. В украинском социальном сегменте всегда спрашивают ситуацию по Крымскому мосту. И всегда пишут, что это подарок для господина Путина. Если вы разрешите, я кое-что озвучу. Дата нанесения удара по Крымскому мосту – это подарок для Путина? Это вопрос. Или подарок для Ватикана? Дело в том, что католическая Пасха в 2023 году будет 9 апреля. Но праздник Святой День Девы Марии, Розарий, как раз празднуется в день 7 октября, когда вы нанесли удар. Условно, вы нанесли удар по Крымскому мосту. Так что этот праздник имеет столетнюю фиксированную дату Opus Dei, то есть дело Божье, а также прелатура Святого Креста и дела Божьи. Персональная прелатура католической церкви – это условные консерваторы, а орден иезуитов является условными либералами. То есть я почему вам это озвучиваю? Не надо думать, кто-то вам заносит информацию. Вот мы Путина наказали. Все это имеет особый стиль отправки месседжей. Но тут вопрос стоит не в Украине, не в России. Идет борьба Ватикана с саксами. И какие-то ваши исторические победы, какие-то исторические акты, они рассматриваются с этой точки зрения. То есть интерес саксами Ватикана, а не интерес Украины и России. Вот смотрите, ваш президент подписал указ с требованием, условно говоря, требованием срочно ускоренным процедуры принять вас в НАТО. Зачем нужен был этот шантаж? Надо было написать: Франция, ты блокируешь, отмени свое вето. Германия, ты блокируешь, отмени свое вето. То есть политическому руководству Украины нужно показать, кто вас туда не пускает. И вот вы это запустили, флешмоб, я это так называю. И где реакция мира? Франция и Германия откупаются, они дают нам установки ракетные и танки. Германия очень долго не давала нам танки, вроде бы сейчас дает. Нет, если бы они откупались, они бы были пощедрее. А откупаются, сидят на двух яйцах только потому, что, как вы сказали, Лион, вот эти экономические проекты, чтобы и вас тоже не совсем потерять из своего поля зрения. Они с вами ведут самую аморальную политику. Утром за Украину, в обед за Путина. А вечером делим с Путиным деньги, то есть передаем технологии военные. Президент просто научитесь. Часто об этом говорит, не выбирая выражений, уважаемый Федор. Он правильно делает. Я бы, наверное, похлеще сказал, хотя это немножко сейчас юмористично. Опять-таки, по поводу НАТО, вы говорите, зачем этот шантаж? Ну, может быть, этот шантаж именно не... Я боюсь даже предположить, но я все... Хорошо, ладно, все, я смелая, я наберусь смелости. Давайте. Чуть-чуть и скажу. Может быть, потому что президент знает, что мы от НАТО далеки, и президент, как вы выражаетесь, шантажирует НАТО. Дескать, пока, если вы нас не принимаете в НАТО, тогда дайте нам оружие. Если вы нас не принимаете в НАТО, тогда закройте наше небо. Дайте нам НАСАМСы, АТАКАМСы, дайте нам то, что может, с одной стороны, защитить небо, с другой стороны, продвинуть фронт. Давайте я вам отвечу по-другому. Может, он хитрее, чем мы вместе взятые с вами? Нет, смотрите, американцы просто выставляют счет и говорят: мой дорогой, вы продали столько электроэнергии. У вас получилось, условно говоря, 2 миллиарда. Купите их. То, что называется, защитить небо. Почему мы вам должны это бесплатно давать?
вы набиваете карманы, а мы будем налогоплательщиков США грузить. Когда Арестович говорит, они обязаны защищать демократию, ну, увольте. Там люди взрослые, что значит демократия? Демократия – инструмент управления христианским миром или одурачивания христианского мира. Вам задают стандарты под их стандарты, чтобы они вами хорошо управляли, внедряют эти демократические институты. Ваша помощница сказала, у нас очень сильное гражданское общество. Я спросил, что сделало ваше гражданское общество, когда Путин на вас напал? Я что-то не вижу это общество. Что сделало ваше гражданское общество, когда у вас коррупционеры брали власть в руки и продолжали воровать? Что вы сделали? То есть я хочу сказать то, что вы говорите, демократия, свобода выборов, свобода права, это очень хорошо. Наступает час, когда народы и государства быть или не быть, тогда где они? Это Пятковский, это Латынина. У вас появятся свои эти люди, понимаете? Вопрос стоит о создании внутри украинского государства, условно, дипстейта, то есть стержня сохранения народа и государственности, которая в угоду только национальных интересов, а потом экономики, должно определять, куда мы идем. Вот у Юрия в интервью до меня говорил один бизнесмен, он работает с китайцами. Он озвучил самую стратегическую вещь, может быть, как бизнесмен. Любые решения в Китае, экономические, другие, применяются только при условии жесткой, сильной политической воли. То есть, когда у вас нет желания закончить с коррупцией, это же можно сделать. Ли Куан Ю, Сингапур, это же можно сделать. Как только вы покончите с коррупцией, то есть с Ватиканом, который развращает вашу страну, развращает ваш бизнес, вашу экономику, уничтожает вашу армию вот этими коррупционными схемами, поверьте, вы талантливый народ. Народ, который имеет атомную промышленность в мировом распределении человеческого капитала, это, грубо говоря, VIP. У вас стартовые возможности, вы можете сделать за год то, что люди делают за 10 лет. Посмотрите, ваши военные учатся военному искусству, то, что один год у вас учится за 3 месяца. Это разве не показатель IQ народа? Наше гражданское общество доросло до того, что, ну, опять-таки, да, гражданское общество в сравнении, скажем, да, если белорусы снимают обувь и становятся на лавочке, да, то наше гражданское общество выходит на Майдан и снимает президентов, ну, и говорит, несите другого, этот нам не нравится. Вот, это наше гражданское, оно у нас появилось, оно работает. По поводу коррупции, да, наше гражданское общество требует работать с коррупцией и требует ее уничтожать. По поводу НАТО, вы говорите, президент говорит, шантажирует заявкой в НАТО. А я хочу вам сказать, у нас наклевывается новый проект, называется «Триморье». Не кажется ли вам, что пока президент, как вы выражаетесь, шантажирует заявкой НАТО, на самом деле заработает другой проект «Триморье»? Ну, если вы разрешите, во-первых, моя фраза «шантаж» это в западном векторе развития его расценивают так. То есть я озвучил это. Второе. Я тоже считаю, что это шантаж. Это мое личное мнение. Имеете второе. Право, если, да, если вы считаете о Триморье, давайте мы вернемся к истории этого проекта Триморье. И мы должны понять стратегические задачи этого Триморья, когда оно было создано, для чего. Ведь этот проект вообще с начала столетия был. Это польский проект. Польша придумала этот проект для сохранения своей национальной идентичности, создания вокруг себя союза государств или тампонных государств для того, чтобы объединить усилия и противостоять самое главное. Это не Россия, то, что мы сейчас говорим. Это тем внешним, грубо говоря, течением, которые могут уничтожить идентичность поляков, идентичность государства и вернуться опять в историю 100-200 лет назад, то, что было с польско-литовским государством, с поляками в 18 году, с поляками в 40-х годах и так далее. То, что пригласили туда Украину, и то, что вы сейчас проектируете и делаете, вы обратите внимание, как таково сейчас этот проект не очень актуализируется. Смысл в том, что Украина воюет, то я думаю, наоборот. Именно сейчас нужно говорить, Украина, вы воюете, давайте сделаем военный союз, мы будем втягиваться и так далее. Почему он как-то там, на задних дворах? Потому что те задачи, которые ставились в этом проекте против Ватикана и его проектов с саксами, они структурировали желания поляков, инициативу поляков. Они давали им оружие, они обучали их персонал.
Вот смотрите, поляки до войны уже были готовы отказаться от русского газа. Это о чем говорит? Это то, что они в теме, они с саксами, они были готовы к этим ударам, и теперь они фактически даже модерируют поставку газа в Европу. А, смотрите, мы говорим норвежский газ, но это газ BP, Англия. Нет норвежского газа, есть территориально, локационно Норвегия и государственное участие в этом проекте, но газ-то BP. То есть я хочу объяснить, что поляки, они, вот вам так надо научиться. И другая ремарка. Я могу сказать, может быть, это как-то будет выглядеть неправильно. У поляков сформировалось понятие государственного мужа. Они видят государство. Они заключили с турками договор, что они стратегические партнеры. В Польше ни один министр, ни одно публичное лицо, я имею в виду государственное значение, не может выступить в публичном пространстве с антитурецкой позицией. Польша заключила стратегический союз с Азербайджаном. Ну, куда Польша, куда Азербайджан? Они понимают вектор продвижения саксов. Понимаете? Поэтому они заключают договор. Теперь идем к Украине. Украина приняла закон о национальной безопасности. Это закон Украины. И ему должны все подчиняться. Господин Данилов на канале 1+1 ставит под сомнение государственную территорию государства или его суверенитет Азербайджана. Идем дальше. Можно я здесь остановлю вас, уважаемый Фикрет? Да. Я бы сказала, что он, может быть, не совсем корректно высказался, да, мы знаем, о чем мы говорим и о каком именно эфире, но да. Поверьте, господин Данилов очень мудрый человек, и мало того, что во внутренние дела стран он не полез бы, но он прекрасно знает цену всему, что происходит на Кавказе. Здесь добавлю, пожалуйста, если человек сказал, и вы объясняете, а он же не ваш сосед, он государственное лицо. Объяснение или разъяснение можно сделать по линии посольства Украины в Баку. Кстати, у вас хороший посол в Баку. И ваш хороший министр иностранных дел. Извините. Если мы идем дальше, смотрим времена господина Авакова, который выступает, что условно 24 апреля день геноцида. В нормальных странах президент, делающий политические заявления, должен подать в отставку. Или правительство должно его отправить в отставку. Но если у вас есть национальная доктрина, что у вас стратегический союзник в Черном море Турция, делать по самому такому болевому моменту политические заявления министру внутренних дел неоднозначно воспринимается. Я это у нас всегда, у них всегда есть хитрый ход. Он говорит всегда, я сейчас скажу не как министр, а как человек. Арестович очень часто пользуется этим и говорит, я говорю это не как советник офиса, а как просто Арестович. Да, это вот, да, но вы дальше вы все понимаете это, и без этих нет, хитростей. Вы знаете, в нормальных странах обычно когда принимают на работу госслужащего, политическое лицо, сперва проверяют его, так скажем, здравоохранение, проверяют состояние его души и тела. Потом второй этап начинается, это когда проверяют его соответствие с предлагаемой должностью. То есть образование, такт, знание политических процессов, потому что он представляет правительство. Как вы сказали, он не представляет себя на кухне, он представляет государство. Вот. И последнее, наверное, я хочу сказать то, что вы про Арестовича сказали. Я, во-первых, лично ему благодарен за то, что Карабахскую войну он несколько раз модерировал, объяснял азербайджанскому обществу правильность и логичность ведения войны. За это ему огромное спасибо. Но здесь одну ремарочку я хочу сделать. Он сказал, что русских азербайджанцы и турки загонят или завернут в восточный ковер и победят. Но я хочу сказать, господин Арестович, нам с восточным ковром далеко до украинской паутины. Вы можете это сделать много раз лучше, чем мы. Только хотите этого, сделайте это. Вопрос только стоит так. И в Азербайджане проводятся или проводились систематические митинги в поддержку Украины. В Азербайджане не так легко провести митинги. На это есть свои специфические особенности. Несмотря на это, народ за Украину. И когда вас бомбили, в Азербайджане у посольства России прошел митинг. Правда, его разогнали, но он был в поддержку Украины. В это же время в Ереване вывесили постер господина Путина. В Карабахе вывесили постер господина Путина. Мы знаем это все, уважаемый Фикрет. Мы знаем, разве мы очень благодарны азербайджанскому народу. Я всегда это говорю, и на всех площадках, где есть возможность это сказать, я всегда говорю, и мы это знаем, мы это помним. Разве это не лакмусовая бумажка?
того, что как мы к вам относимся. Второй фактор. Я буду называть условно, потому что это немножко сопряжено с государственной тайной. Мы условно будем называть. Ваши трактора на чьей солярке ездят? Если мы говорим, что спасибо. Она... Если она мы ездит, это тоже помним. Если она... Нет, я говорю условно, это гостайна. И если это поставляется с Румынии, так это завод в Румынии принадлежит СУКАФ. Это наш вклад. Но это наш это вклад. Не тайна. И мы за это денег это не берем. Тайна. Спасибо. Спасибо. Нет, мы за это денег не берем. Хочу, чтобы это тоже знали. И здесь главный фактор, я всегда украинским друзьям говорил, ребята, поднимитесь с колена вы, поднимемся с пуза мы. Мы еще в худшем положении, чем вы. Но поднимитесь с колена, и мы поднимемся с вами вместе. Уважаемый Фикрет, последний пункт, он страшный самый. Это ядерное оружие в руках у Путина. Вот есть мнение, что Путина загоняют принимать те решения, которые он принимает. Есть мнение, что у Путина не остается другого выхода, кроме как делать из России Северную Корею. Есть мнение, что Путина загоняют в коридор принятия решения о задействовании ядерного оружия для того, чтобы этот прецедент возник, и для того, чтобы это ядерное оружие у России было отобрано. Или денуклеаризация произошла до Урала. Я, в принципе, то, что вы сейчас озвучиваете, я у Юрия в первой передаче примерно полтора месяца назад озвучил это, что это решение принято. Оно окончательно. Оно не принимается в России. Это маркер, который вбросили в ваше информационное поле, что Путин такой, знаете, со всякими вот этими оскорблениями, что он недееспособный, его давят, там, не знаю, какие-то группы. Вертикаль власти Путина лишает любого человека даже инакомыслия, сидя дома у себя на кухне. А уж тем более практического какого-то своего действия, поймите. Это первое. На Путина давление никто не может оказывать. Если мы говорим о страховке политической власти, там на подходе Патрушев, который хуже Путина. Там на подходе Медведев, который хуже их обоих. То есть вопрос стоит не в политике империализма по отношению к народу. Вопрос стоит в том, что вот два дня назад, по-моему, кто-то из вот этих оккупированных ваших земель, руководитель, он сказал, украинцы русские, не хотят они быть русскими, мы их сожгем в ядерном... А это же этот придурок, тоже на Х, Ходорковский, да, тоже Ходорковский, извините. Нет, у него другая фамилия. То есть я хочу сказать, что об этом мы озвучили. Когда я это озвучил, у Юрия появились комментарии, что я, наверное, сумасшедший, или у меня начинается с головой в порядке. Но сейчас об этом говорит президент США, президент Макрон. Тогда вопрос, ребята, а если решение не принято, вам-то зачем бояться? То есть я имею в виду президента, зачем вы озвучиваете это? Кого вы пугаете, кого вы шантажируете. И здесь появляется другая, так скажем, ситуация. Она наслаивается, и это не сегодняшняя наша тема. Почему ядерное оружие должно быть применено? Внешне оно так и называется – для денуклеаризации России. Но оно имеет очень большие стратегические подводные камни проекта государства на территории Украины другого народа. И чтобы лишить этот фактор создания на территории Украины государственности для другого народа, нужно сделать эту зону обезжизненной. Вы поймите, нет практического решения. Это все решения, они систематизированы. Это как матрешка. То есть решение из решения. И чем дальше вы начинаете углубляться, тем, наверное, понятно становится или то кощунство, или та бесчеловечность принятия решений. Но они спасают себя. Больше чем уверена, что аудитория, которая нас слушает, будет слушать, все зададут вопрос, неужели посмеет? Неужели такая большая цена? Это для кого большая цена? Это для украинского народа. Самая страшная цена. Для Путина это не цена. Там цена выше для него. И лично, и вообще. Если сейчас он посмел уничтожать украинцев, Бучу кто ему простит?
Ирпень кто ему простит? Лиман кто ему простит? Понимаете, это преступление против человечества. Насилуют малолетних детей. В Лимане нашли труп годовалого ребенка. Кто ему простит? Ведь верховный главнокомандующий он отвечает, он несет ответственность. А там Ваня Николай застрелил, это второй вопрос. Вопрос в том, что политическую ответственность несет президент. Вы думаете, у него есть обратный ход? Это не потому, что его загнали. Это потому, что он знал, на что шел через 20 лет своего правления. Или, условно говоря, к чему его готовили. Как он говорит, он мессия. Вот он мессию выполняет. Этот урод Губарев по фамилии назывался. Да. Или вот Киселев все говорил. Мы, говорит, утопим Великобританию, Лондон в ядерной зале. Это нужно быть таким отморозком, 140 миллионов людей в России, говорить об этом детям, женщинам и старикам, угрожая, показывая пальцем на другую страну. То есть фактически подставляя других под этот удар. Вы понимаете, я почему сказал, тут главный фактор – это общественность, сознание общества. Знаете, вот нормальное состояние психики человека. За 20 лет это население настолько обработало, я не думаю, что еще 50 лет минимум россияне, они могут прийти в себя. Моя одноклассница, она ученый, она мне написала, что мне очень жалко, что я с тобой училась после моего интервью. Я сожалею. То есть Россия великая страна, нам нужно создавать СССР, и правильно мы убиваем хохлов. То есть это говорит женщина, у которой есть сын, который в армии. Я хочу сказать, что вы не понимаете, с каким монстром в сознании вы воюете. Вы воюете за умы, вы воюете за сердца. То есть вам не нужно их побеждать, вам нужно эту страну разрушить. Это должно быть национальной доктриной Украины, потому что без Украины этой империи не будет. Без Кавказа может быть, без Азербайджана может быть, без Украины не может быть. Это хартлинг, это ось европейской политики, или самая фундаментальная база Европы. Не опираясь на Украину, ни Ватикан не может победить, ни Сакса. То есть вы тот самый центр, тот самый лакомый кусочек. Кто контролирует Украину, тот будет контролировать Хартлинг, Европу. Уважаемый Фикрет, а в других центрах принятия решений это понимают, что Россию нужно уничтожить как страну? Саксы это понимают. Не народ, не для себя. Россию. Не народ, а Россию, государство. Смотрите, для того, чтобы это сделать, поэтому есть проект, называется «Идиль-Урал». Это по реке Волга до Урала тюркоязычные мусульманские государства. И украинцы, если хотят разрушить, они должны работать с этими народами. Второй проект называется «Общий Кавказский дом», который озвучил покойный Джохар Дудаев. Это разрушить Россию, не народ. Дальше идет то, что Казахстану сейчас саксы, грубо говоря, предлагают проект. Это до Урала, до, так скажем, Якутии, до Алтая создание евразийской зоны. То есть нужно оторвать от России вот эти куски, которые дают ей возможность становиться бесчеловечным медведем, пожирая все на своем пути. И с этим должна работать также Украина. Как Азербайджан заинтересован в победе Украины, так вы должны быть заинтересованы в победе татаров, башкиров, чеченцев, кавказцев. Потому что если мы не возьмемся за руку, они по одному нас будут уничтожать. Мы заинтересованы, но вот Казахстан не далее, как вчера, когда принималась резолюция в Ассамблее Организации Объединенных Наций, воздержался. И фактически, ну так, поддержал эти 5 стран, там что там, Никарагуа было, Россия, Никарагуа, Беларусь и еще 2 страны. Армения. Тоже. Армения. Узбекистан. Вот, Узбекистан или... Может быть. Киргизия. Да, вот, наверное... Нет, Киргизия нет. Киргизия, по-моему, воздержалась. Поисковик посмотрите. Думаете? Да вы что? Я хочу... Нет, Армения, Киргизия воздержалась. И Узбекистан воздержался. Я это имею в виду. Если мы характеризуем слово «воздержался», значит, это, в общем, заодно... Самое уникальное, в украинском сегменте появился теперь опасный тренд. Они говорят так. Азербайджан не присутствовал. Мы записали себе в тетрадь, что Азербайджан, оказывается, нам не союзник. А мы задаем вопрос. В тот день, когда было голосование, представительство Азербайджана в ООН
Министерство иностранных дел Азербайджана и посольство Азербайджана в Киеве сделали дипломатическое заявление, что мы не признаем оккупированные территории, мы считаем Крым – это Украина, и мы против любых видов сепаратизма. Мы признаем Украину в рамках границ 1991 года, когда она была принята в ООО. Это наш вклад. Почему? Украинцы должны различать две вещи. На нашей шее более тяжелая вещь под названием Карабах. Несмотря на нашу победу, мы не закончили войну. А война самая тяжелая еще впереди. Потому что теперь сюда входит Франция, еще один наш большой враг. Проект Ватикана. Ей помогает военно-политически Россия. То есть нас они зажимают в этом регионе. И хочу, чтобы украинцы к этому отнеслись с пониманием. Это первый фактор. Второй фактор. Мы имеем границу с Дагестаном. А если вспомнить времена 93-96 год, на границе с Дагестаном появились сепаратистские организации разных национальностей. Они требовали оттяпывания нашего государства. Мы не готовы сейчас 10-миллионный Азербайджан объявлять 140-миллионной России войну. Мы не готовы. Мы проиграем сразу. Не лучше ли мы сохраним положение и будем для вас весточкой в мир и вашей заправкой? Спасибо. Да, вы были правы по поводу пяти стран. Это я просто забыла про Никарагуа, такую страну. Беларусь, Северная Корея, Сирия и Никарагуа вместе с Россией выступили против. Да. Остальные, вот тех, о которых вы сказали, они воздержались. Уважаемый Фикрет, доля Крыма и в 2014 году временно оккупированного Донбасса. Вот хотелось бы понять, сейчас те временно оккупированные территории, которые якобы были присоединены к Российской Федерации, они уже отбиты сбройными силами Украины, вот, побывав в Российской Федерации, как некоторые города, сутки, вот, а некоторые села неделю или там полторы недели. И ЗСУ продвигается и забирает свое. Но вот что касается оккупированных ранее в 2014 году Донецка и Луганска и Крыма. Как вы думаете... То, что было в 2014 году, я очень хорошо помню, потому что я вела эти эфиры, когда у нас оттяпывали Крым, оттяпывали практически бескровно, и мы с опущенной головой уходили из Крыма. И нам говорили, уходите, уходите, только не стреляйте. Наши, это договорняк был. Наши партнеры, да. А сейчас у них есть понимание, что... Мы не можем не забрать свое до границ 91 года. Что нам это критически важно для сохранения, для самосохранения нации, для самосохранения идентификации этой нации. Здесь две проблемы. Мы должны это разделить. Проблема, два дня назад озвученная. У меня в Твиттере есть интервью господина Лаврова, где он открытым текстом говорит, что мы с правительством Украины договорились о перемирии в марте месяце в Стамбуле. Но нам помешали этому процессу санкции. И сейчас, к сожалению, правительством в Украине, то есть высшей властью, управляется из Лондона, из Вашингтона. То есть они бяки, извините за такое сравнение. Это первая проблема. Проблема ваша. Вторая проблема. Если у вас есть четкая политическая линия, что теперь или уже мы будем до последнего забирать свои территории, то у вас большая проблема с теми людьми, которые утром вас любят, в обед Путина, а вечером с ним деньги делят. Вы должны открыть на это глаза, что они не хотят, чтобы вы вернули свои территории все. Может быть, до границ 24 февраля их устрою. Они готовы с вами договориться. Вы, наверное, видите вот эти попытки, вбросы информационные, что мы там ведем переговоры, нужно остановить. Вы понимаете... Но Эрдоган говорит, я прошу прощения, уважаемый Фикрет, да. Эрдоган говорит, что у меня, кажется, получится посадить Францию, Германию, Россию, Францию, Германию, Соединенные Штаты и Британию за стол переговоров. Нам только надо решить, с кем мы с той стороны будем разговаривать. Эрдоган сказал, теперь, что... Теперь вопрос к Эрдогану. Я вчера объяснял, кстати, я очень рекомендую приглашать на ваш канал Олега Жданова. Это один из лучших военных экспертов Украины, я его слушаю. Эрдоган сделал заявление, знаете, я скажу вам такую вещь, может, вам не понравится. Как можно сватать девушку без ее согласия?
О, да. Если Эрдоган это сказал, у вас есть Министерство иностранных дел, которое всем дает по зубам. Молодец, Кулеба. Дайте по зубам. Почему вы не даете по зубам Эрдогану? Кулеба в Африке был, ему далеко было дотянуться в это время. Ну, условно говоря, у вас есть посол в Турции. А кто вам дал право за украинский счет решать свои проблемы? Мы готовы сесть за стол при условии. Выводите все свои войска с нашей территории. И до границ 91-го года, не 14-го. Почему политическая власть в Украине не делает это заявление? Я же не могу свататься к вам без вашего согласия. Делали. Ну, президент сказал, 91-й год и закончили с этим. Делали. Выплачиваете репарации. Смотрите, надо об этом говорить Эрдогану в адрес Турции. Чтобы больше не было инициатив за ваш счет. Не хочется унижать старика, понимаете? Ну, как бы, вроде как и зерновой коридор он делает, вроде как и пленными занимается, уважаемый Фикрет, за что мы ему очень благодарны. Не хочется подмачивать его репутацию. Выборы опять-таки у него. Мы входим в положение. Нет, вы входите в положение, тогда можно сделать очень неформально. Наверное, делают. Верю, что делают. Ну, дай-то Бог. Просто на публичном пространстве это так. То, что сейчас пытаются посадить англосаксов за стол, разделить Украину, сейчас невозможно посадить. Потому что они разворачивают военную машину в вашу сторону, оказывают поддержку военную, техническую, разведывательную. У вас в сторону Илона Маска вполне обоснованные претензии. Но нежный вопрос. Илон Маск потратил 80 миллионов долларов, обеспечивая вас информацией. Тогда заплатите ему 80 долларов и ковыряйте его в грязи. Но пока вы не заплатили, я думаю, что это немножко неправильно. А глупости богатых людей можно слушать. Я совершенно с вами согласна. У нас покойный президент Кравчук говорил в таких случаях, треба пройти меж крапельками. Надо между капельками пройти. Да, абсолютно верно. Кстати, Илон Маск – это для всех какой-то там, не знаю, бизнесмен. Но вот как раз его отец называется неформальным литиевым королем мира. Это они продвигают политику в Афганистан, потому что Афганистан имеет 70% мирового лития. А тот, кто имеет контроль над литием, это будущее. Это альтернативная энергетика, это чипы, это электроника. А этого сырья в мире нет. Все это 70% в Афганистане. Так что Илон Маск – сын литиевого короля мира. Вас его недооценивают. Понимаете, когда он делает такие заявления, я склонна просто отнестись к нему, ну, знаете, у богатых свои причуды. Ну, фрик и хорошо. Правильно. Вот. Но у нас еще есть одна поговорка, она звучит так, нам свое робити. И я вот за то, чтобы мы свое робили, свое делали. Вот. И делали это тихо, не обращая внимания на все эти заявления, чтобы у нас была цель и не было препятствий. Я за это. Вот. Уважаемая Наталья, я вас перебью, тысячу извинений. Смотрите, когда Украина будет иметь военный бюджет 662 миллиарда, плюс 500 миллиардов секретной статьи, когда она будет печатать доллар, когда она может везде открывать посольство и устанавливать свои правила, и юриспруденция Министерства юстиции Украины работает по всему миру, тогда пинайте кого хотите. В данный момент, как у нас на Востоке говорят, погладьте по голове, главное делай мою работу. А там что хочешь, вякай. Как вы относитесь к разным прогнозам по поводу смерти Путина? Это последнее, так что, знаете, последнее у нас это называется нахвист, в конце, для того, чтобы немножечко порадовать публику. Пощекотать переключиться, публику. Да, из более серьезной темы на такую смешливую. Вы когда сказали, уважаемый Фикрет, извините, вы когда сказали два выражения, Opus Dei и Розариум. Вспомнила о предсказании, которое вот сейчас очень активно обговаривается. Я видела этот эфир религиоведа российского, который сказал, что вот эти вот два слова прозвучат в последнюю неделю перед католической Пасхой. И
И в это время что-то случится с Путиным нехорошее. И когда вы произнесли в этом эфире, и мы это не обсуждали, опять эти два выражения, меня просто, знаете, как током проняло. Давайте, Наталья, я прочитаю вам это изречение. Тютелька в тютельку. Я поэтому просил вопрос, я готовился к серьезно. Просто мы сейчас с вами как-то ушли в наше, так скажем, общение. Цитата. Изречение испанского монарха Фердинанда в 1964 году. Теперь привожу цитату. «В год, когда Opus Dei лишат статуса прилата Ватикана, власть столицы папского престола разделят между собой последний белый и черный папа. И в этот же год, в год праздников Пресвятой Девы Марии Розарии, умрет королева Англии». А это было написано в 1964 году. Кстати, сейчас именно произошла впервые в истории Ватикана смена белого папы черной папой. Черным папой. После смерти королевы Англии, которая правит сейчас, а на следующий год, после Симана Санту, это святая неделя, умрет русский Клаудилио. Клаудилио – это вождь или правитель. И эта холодная страна погрузится во тьму и холод, в ожидании света и огня, пламени которого погибнет вся скверна. Вот цитата. И люди, которые вы считают, ее бы сейчас занимаем... процитировали на память? Или вы прочли? Нет, я прочел. Но как так могло получиться, что я обратила внимание, и вы обращаете... Вот от кого я не ожидала, так это от вас, что вы обращаете внимание на такие вещи. Неужели вы в это верите? Вот давайте я вам скажу. Если у вас, предположим, пригласите нормального человека, в каком отношении? Нормального ученого, астролога. И соберете группу историков. Если вы сделаете этот симбиоз, он, читая астрологические карты и анализируя исторические события, вы придете к самому главному, что это высшее совершенство. В нынешнем этапе это называется высшая математика или кибернетика. Ватикан пользуется этим инструментом. Он проклял Коперника, он его сжег, но он разрешил метод расчета планеты, который придумал Коперник, использовать папским ученым. Понимаете, в чем хитрость? То есть то, что мы сейчас озвучиваем, это не просто какая-то фантастика. Это реальная математика, построенная на звездах, построенная на реальной аналитике мира. Ведь вы знаете, Ватикан вообще это самая большая библиотека мира. Нет больше библиотеки. Ее архивы составляют 80 километров. Вы можете представить? И там собраны настоящая Тора, настоящий Коран и настоящая книга для христиан. Это не то, что мы с вами читаем. Это не то, что у нас есть. Вот эти инструменты, знания, у них в концепции написано, мы должны получить знания, но должны скрыть от людей, используя эти знания для управления, извините за выражение, быдлом, стадом. Они людей так рассматривают. Поэтому то, что про Opus Dei, вы видите, 64-й год. И все это совпадает. Если мы сейчас будем рассматривать, я многим украинцам, которые мне пишут, с которыми я общаюсь, я их не знаю. После моих интервью они мне пишут. Ни одному человеку, я как вам сказать, ни одного человека без ответа не оставил. Кто хочет поговорить, я со всеми говорил. И все, что я сказал, у людей вызывает конспирологическую, так скажем, фантастику. Все материалы фундаментальные, которые я имею, я этим людям отсылаю. Пусть изучают. И в том числе судьбу Украины. И в том числе генезис украинского народа, его генетику. Я у Юрия говорил, вам повторю. Люди с четвертой группы крови не подвержены болезни коронавируса. Если не имеют врожденных болезней. Погибают в основном люди первой группы, второй группы. Как у нас называется четвертая группа крови? Эгоистическая. Она принимает только свою группу крови, другую не принимает. А универсальная у нас какая? Первая. Она принимает все группы крови. То есть я подвожу вас к тому, что генетика сейчас тоже фундаментальный предмет исследования народов и народностей. И
управлении народами и народностями. Потрясающе. Фикрет, просто потрясающе. То, чем мы заканчиваем, вроде мы хотели закончить на такой как бы попсовой теме, а вот они получаются. И сейчас же все будут искать это предсказание, понимаете, и будут ждать до, что там, апреля месяца. Да. По поводу пригласить астролога, я уже один раз пригласила, меня чуть на костре не сожгли за астролога. Кошмар. Коперник. Я вам серьезно говорю. Поэтому вряд ли я приглашу второй раз, а может, приглашу всем ветрам на зло. Вот, потому что, ну, всегда интересно. Меня там чуть ли не ведьмой обозвали самой. Ну, вот такое общество, понимаете? Иногда так не ведь, совсем так толерантно. Так ведь это ведь придумано Ватиканом, чтобы человечество не достигло образования, продвижения, прогресса. То есть то они могут сами контролировать знания. Те, которые для них сумасшедшие, это ведьмы, их надо сжигать. Но их трудами они пользуются. 100%. Как Путин шаманом. Конечно. Да. Абсолютно верно. То, что сейчас вот Фейгин пропагандирует про шаманов, он, наверное, немножко утрирует. И это придало форму какого-то, какой-то были или какого-то анекдота. На самом деле там посерьезнее. Ну, знаете, говорят, чтобы продать продукт, надо добавить астральной байды. Так, иначе не продашь. Мы лайкозависимые, поэтому, как бы, не дай бог, вы еще подумаете, уважаемые зрители, что мы с Фикретом вошли в преступный сговор и занимаемся этим. Нет, это вышло вот то, что сейчас произошло, это вышло совершенно спонтанно. Уважаемый Фикрет сказал, что он готовился. Да, были посланы темы, и они были фундаментальнее и глубже, и мы вот, ну, совсем не думали, что мы дойдем до цитирования вот таких вот прогнозов, но тем не менее, видите, не сговариваясь, это произошло. Спасибо большое. Знаете, Наталья, последняя ремарочка для Украины. Да. Ремарочка заключается в том, что украинцы в генетическом плане, то есть генетический код или генетическая память, и плюс развитие общественной мысли, эти две фундаментальные, изначально базовые элементы народов и народностей дают возможность модерировать страну, модерировать территорию и модерировать, распространяя на другие регионы более прогрессивные. Используйте эту вашу ситуацию в деле построения сильного европейского государства-модератора. Но вам нужно закончить с басней Крыловой «Лебедь, рак, щука». По-другому вас ждет Дейтон. Это однозначно. Когда вам нужно будет возвращать долги? Запомните это время. Ну, что отличает украинцев, что мы всегда чувствуем, у нас хорошее самосохранение. Мы проходили через такие ужасные страницы истории, да, но мы умеем это делать. У меня вся надежда на нашу нацию, что мы умные, мы сможем. У нас получится. Дай Бог. Дай Бог. Спасибо вам огромное. Вам удачи в вашем предприятии, которое должно у вас спасибо. Случиться. Поэтому всего самого лучшего. И спасибо большое за этот эфир. Спасибо огромное. Масса удовольствия. Я надеюсь, и зритель тоже получил. Спасибо. Большое спасибо. И если спасибо. Вы не против, спасибо. Может быть, мы с вами встретимся когда-то после победы. Надеюсь, скоро. Нет, я думаю, что после победы это немножко будет долго. Скоро не будет. Но приблизительно через год-полтора можем. Хорошо. Спасибо большое. У вас быстрой победы не будет. Это не вы определяете. Ой, зря вы это сказали. Надо всегда заканчивать более оптимистично. Хотя, знаете, когда... Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Спасибо большое, Фикрет. Спасибо большое, Фикрет. До свидания. Всего доброго. До свидания. Благодарю. Спасибо. Друзі, фантастична просто, як на мене, інтерв'ю, не дискусія, а саме інтерв'ю з Фікрєтом Шабановим, президентом аналітичного центру Consultation on Integration Policy and Economy з Канади. І я сподіваюся, що ви будете слухати це інтерв'ю, як я слухала інтерв'ю пана Шабанова не раз, тричі. Я бажаю вам вслухатися, тому що там дуже багато і практичних речей. Пан Фікрєт сказав не тільки, як буде, пан Фікрєт сказав найголовніше, що треба робити.
а це варте дорогого. Так що давайте дивитися це інтерв'ю. Я дуже буду вдячна, якщо ви напишете коментарі, що ви думаєте з цього приводу. За нетолерантність, я перепрошую, але я одразу буду банити і за неконструктив. Так що, зразу ставлю до відома. І ставте дзвіночки, тому що буде далі цікаве відео. У нас зараз з осінню така хвиля сюрпризів для вас, наші глядачі. Не пропускайте їх. Все, дякую. Бережіть себе і Україну.